Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников 2 декабря принял участие в торжественном открытии новой школы в рабочем поселке Горный. Как отметил глава региона, Горновская средняя школа – еще один пример качественного выполнения работ по завершению строительства долгостроя. Съемочная группа ТВК побывала на мероприятии. Новое учебное заведение, отвечающее всем современным стандартам, открылось в рабочем поселке Горный Тогучинского района. В ближайшее время юные жители поселка переедут из старого здания школы и продолжат учебный процесс за новыми партами. Сегодня, на самом деле, очень волнительный и праздничный день. С 2013 года, когда было заложено и принято решение о строительстве школы в поселке Горном, было непростое решение и с перерывами, но благодаря усилиям всех мы сегодня открываем прекрасную, одну из лучших школ нашей области. Новое здание школы состоит из 4 блоков, общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. В 2 блоках расположены учебные кабинеты. В спортивном блоке размещены бассейн, спортивный и тренажерный залы, зал лечебной физкультуры и хореографический зал. Еще один блок включает в себя столовую и актовый зал. Общая стоимость строительства составила 905 миллионов рублей, 720 из которых направлены из областного бюджета, 166 из федерального бюджета, 17 миллионов из муниципального бюджета. Андрей Травников осмотрел помещение и поблагодарил всех тех, кто принял участие в строительстве и обустройстве, конечно, учебного заведения. На самом деле, уникальность этой школы в чем? Во-первых, конечно же, очень большая, очень насыщенная современным оборудованием, по-настоящему современная супершкола. И для рабочего поселка Горный это, безусловно, это великое достижение. Это раз. И второе, это еще один пример, один случай, когда мы наконец-то завершили долгострой. Поэтому по пути завершения незавершенных объектов строительства, капитального строительства, мы пойдем. Ну и, конечно же, там, где школы необходимы, это в первую очередь в районах активного развития, где появляются новые жители, новые ребята, будут появляться новые школы, а во всех остальных школы будут ремонтироваться и реконструироваться. Как отметил глава региона, в новом современном помещении для учеников и учителей созданы все условия не только для полноценной учебной, но и для внеурочной деятельности. Школа должна стать спортивным и культурным центром для детей всего поселка. Ожидается появление новой современной школы и в Бердске. Городские власти обещают, что в 2021 году в микрорайоне Южный появится школа будущего. Современное образовательное заведение на 1100 мест. По предварительным подсчетам, на строительство и оснащение новой школы потребуется почти миллиард рублей.